пятницу в Самарской области будет ясно и малооблачно, без осадков. Температурный режим от плюс 2 до плюс 8 градусов днем, ночью плюс 1, минус 3 градуса. В Сызрани безоблачное небо, днем плюс 7 градусов, ночью плюс 1. Ветер юго-восточный, скорость 7 метров в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 5, ночью 0 градусов, ветер юго-восточный 5 метров в секунду. В Самаре ясная погода, без осадков, температура днем плюс 5 градусов, ночью минус 3. Ветер юго-восточного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 49%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.